Наша работа – сохранить дух Pink Floyd. The Pink Floyd Show UK – британский трибьют-проект легендарной группы Pink Floyd. Существует уже 5 лет, на протяжении которых Россия – один из главных пунктов гастрольного тура. В этом году бенд посетил 5 городов – Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Курган и Челябинск. С нашим городом у музыкантов особые воспоминания. Здорово вернуться в Челябинск. Мой первый концерт прошел в России именно в Челябинске. Первое шоу The Pink Floyd Show UK также прошло в Челябинске. Мы выступали во дворце спорта «Юность». По всему миру разные зрители. Самая энергичная и по-настоящему влюбленная в музыку страна – это Россия. Здесь самая лучшая публика. Самая тихая страна, для которой мы сыграли – это Япония. Весь концерт они ведут себя сдержанно, и лишь по окончанию выступления все аплодируют. Так что лучше всего в России, а еще в Ирландии. Ирландия – это мое любимое место в мире. Россия и Ирландия – мои фавориты. Русские и ирландские зрители действительно вкладываются и участвуют в музыке. Трибьют The Pink Floyd Show, если и не воплощают все досконально, но точно передают атмосферу тех легендарных выступлений. Сейчас мы играем программу Legacy. Предыдущая называлась Pulse. Мы добавили 7 новых песен, в их числе «Пикс», который является одним из моих любимейших треков Pink Floyd. Россия снова выступает лидером в мире по количеству песен в туре. Главное – это удивительная музыка, а техническая сторона осталась прежней. На сцене находится круглый экран с анимационным видеорядом, точно так же, как это было у Pink Floyd. Также мы работаем над совершенно новым инструментом на следующий год. Будет совершенно новая программа. Закончив текущие гастроли, мы сразу займемся организацией нового тура. Следующий тур будет лучшим, надеюсь. Next tour will be our best ever. Концертная программа трибьют-проекта из Британии Legacy, то есть наследие, если и не замена Pink Floyd оригинальному, но точно возможность для одних с группой познакомиться, для других способ предаться ностальгии.